Дело о Березовой роще закрыто за отсутствием состава преступления. Чуть меньше месяца назад жители Сухово-Дерябинского микрорайона заметили, что в роще погибают деревья. На стволах берез обнаружили отверстия глубиной около 15 сантиметров. Чтобы разобраться, кто так жестоко обошелся с деревьями, ивановцы обратились в администрацию района. Дело передали на рассмотрение в Департамент природных ресурсов и экологии, а также в природоохранную прокуратуру. В ходе разбирательств выяснилось, что территория рощи находится в частной собственности. Владелец разъяснил, что АЧП на участке он якобы не знал. Департамент произвел необходимые проверки. Дальнейшее расследование оставлено на откуп собственника. Кто погубил деревья, по-прежнему неизвестно. С точки зрения норм Гражданского кодекса, деревья, произрастающие на земельном участке, являются неотъемлемой собственностью владельца участка, так же, как и сама поверхность земли. Вот. И поэтому, естественно, опираясь на нормы Гражданского кодекса, владелец участка сам в состоянии вправе распоряжаться данными деревьями, спилить их или не спилить, и необходимости по получению разрешения на снос данных деревьев у него уже нет, как у владельца земельного участка, находящегося в частной собственности.